В микрорайоне МЭС поселка Малаховка успешно запустили в работу новую модульную котельную. Ее мощности хватает, чтобы полностью обеспечить теплом более 60 многоквартирных домов, а также школы и детские сады. Работу новой котельной оценила наша съемочная группа. Тепло в многоквартирные дома микрорайона МЭС поступило вовремя и в полном объеме. В начале ноября специалисты Люберецкой теплосети завершили пусконаладочные работы в новой котельной и успешно дали старт отопительному сезону. Перед снабжающей организацией стояла непростая задача – обеспечить теплом весь микрорайон. На сегодняшний день, значит, вот эта котельная, у нее мощность 12,6 мегаватт, что составляет 10,8 в гигакалориях в час. Присоединенная мощность 19,6, то сегодня в совокупности котельная нов построенная и старая котельная составляет 20,6 гигакалорий в час. То есть мы как бы с поставленной задачей справились. Тепловую систему двух котельных закольцевали в единую сеть. Это позволит даже в летний период во время ремонтно-профилактических работ не отключать горячую воду в квартирах. Котельная отвечает всем современным требованиям безопасности. Внутри установлены газоанализаторы. В случае утечки газа поступит сигнал на блок управления, и подача топлива будет сразу прекращена. В новой котельной работают три автоматических котла. Датчика, установленного на улице, информация поступает на блок управления. Если параметры, заданные компьютером, изменились, например, на улице потеплело или расход горячей воды уменьшился, то один или сразу два котла отключаются. Работа котельной контролируется удаленно. Оператор на мониторе компьютера видит схему трубопроводов, следит за температурой в котлах и расходом воды. В случае неисправности система подаст сигнал. Если, допустим, там моргнул свет, то эта картинка вся гаснет. Свет включился, все загорается, насосы автоматически начинают запускаться, также и котлы начинают запускаться. Новая котельная обеспечит теплом квартиры малаховчан, даже если на улице ударят сильные морозы. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.